Всем привет, ребят. Ну что, настало время теста нового талантика на Ронине. Сейчас мы, возможно, и сольемся, то есть я этого не исключаю. Это 90%, если он, конечно, дойдет до 50%, в чем я тоже очень сомневаюсь. Вот такие вот, давайте даже сделаем эмблемку, чтобы было уже... Нет, у меня, к сожалению, еще 7-х эмблем, буду ждать. Посмотрим сейчас, что же все-таки будет. Сможет ли он вообще хотя бы выжить на битве гильдий. Там вроде сегодня хорошие противники есть. Сейчас только единственное, я посмотрю, чтобы у меня еще дополнительно смотритель был зелененький. Вот все, вообще отлично, огонь. Так, ну что, поехали. Тестим. 430-400, кто-то даже напал, 80%, красавчик. 358-358, так, 400. Все, отлично, поехали, этого топа зарубим сразу, если сможем, конечно же. Так, стрелок Фрея, Сидно, Ворожей, Гникрыл. Ну, давайте попробуем отсюда. Заодно и сразу сейчас увидим, что же все-таки будет получше. Ну вот и все, 1%. Поехали следующего топа, посмотрим. Вот, отлично, именно то, что нам надо. То же самое. Поехали дальше. Новый герой. Это интересно. Это очень даже интересно. Конечно, я сейчас тут могу, пока я буду добегать, набить дофига процентов. Ну так и быть, для этого мы как бы и тестим его. 38, так, 406, давайте этого 430 посмотрим. Ну, поехали. Я буду специально запускать именно на героев, чтобы он не бил в основном сейчас здание. Можно было, конечно, сбоку забежать, но нам не надо. Сейчас у нас нету цели набить много процентов. Ну, отхил, как видите, у него тут будет хороший. Конечно, на этом мы можем сейчас слиться очень запросто. Ну, 23%. В общем, вот так вот. Вот вам тест нового таланта плюс утикаха рунами. Делаем вот так. И ставим сюда. Так, не понял. Кто скоммуниздил пятую эмблему? На кого я уже ее поставил? Ужас. Ужас. Так. То ли я уже старенький. Есть. Так, 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 так. Где наш Ронин? Ронин, Ронин, Ронин. Появись. Вот теперь делаем все наоборот. У нас сейчас будет только восстановление после инвиза. То есть нам надо будет
просто выжить. Так, не туда зашел. Вот сюда. О, красавчики, красавчики. Вот так вот, ребята, молодцы. Просто, просто огонь. Надо, походу, всегда ставить Атланта на базу. Так, смотрим. Смотрим то же самое действие. Тут, конечно, у него смотритель хороший, я вам скажу. Ну, тоже слили. Тоже слили. Зайдем сейчас все-таки не через... Зайдем сюда. Именно на героев. Юнитов я не беру. Они мне, по сути, тут не особо сейчас нужны. Ну, в принципе, нужны, но смотрим пока так. Пока держимся. Дальше будет видно. У меня, конечно, Феникс еще не топовые прокачки, поэтому не факт, что я вообще смогу сейчас Ронином набивать, но, в принципе, у нас весь расчет на то, что просто тест. Мы не проходим там битву гильдии, возможно, мы сольемся. Вот 35%, но уже получше. Однозначно получше. Так, окей, поехали следующего смотрим. Давайте тут с Анубиса начнем. Попало? Все-таки попало. Ну, видите, по выживаемости намного лучше. Конечно, тут у нас столько идет автопроков. Тут, как видите, они с воодушевлениями, со всеми делами. Конечно, тут юнитов желательно кидать. Ну, вот явный пример, что все-таки этот вариант намного лучше. Да, явно не хватает урона Фениксу. Интересно, сможет хотя бы добить процентов 70 или нет? 21%, то есть рановато. Надо все-таки делать более топовую прокачку. Так, этого мы пробовали. Так, Бигфут, Фрея, Огнекрыл, Асура. Ну, у Асуры отражалка, смысла даже нету на Асурика бежать. Пробуем тут забежать сейчас. Тут еще нас, ребят, спасает то, что у нас смотритель, если вы видите, зелененький, он еще дает дополнительно нам подхил. Без... Что мы там, фраю вынесли, что ли? Фига себе. Ай-яй-яй, убился. Ну, убился и убился. Вот так вот, 32% всего лишь набили. Но тут получше уже явно. Давайте еще этого посмотрим. Повелитель бури. Фрея. Тут повелитель бури может стычки снести. То же самое. Посмотрите, как смотритель ПБшку зафигачил. Ну, то, о чем я и говорил. Так, хорошо. Такой вариант мы рассмотрели. В общем, выводы какие. Нафиг не надо таланта, можно еще поставить как вариант вот так вот. Так. Райка у нас серенькая, да. Сейчас еще хочу кое-что потестировать сразу же.
Где моя Фрея? Вот она. А, я ж огнекрылу поставил, забыл. А второй, который на смене мы сегодня поставили, я там... Сейчас попробуем, давайте пару сумочек. Ну, вряд ли я сейчас его выбью, это мы сделаем на другом сервере. Хотелось фрайку потестировать именно с этим. Не получится, к сожалению. Так, ну что, пробуем Ронином забежать теперь со стороны. Какие еще у нас варианты есть? Поехали. Шанс слива максимальный. Так, ну что, будем забегать. Стараться со стороны. Вот так вот побежим с этой стороны. Вот, в принципе, оптимальный вариант. Мы зависли. Практически оптимальный. На голубях. Рэй. 46%. Ну, 51%. Все. Пути обратно у нас, ребят, нет. 55%. Вот так вот. Ждем. Ждем фрейку. Пусть пропадет все. Ну, видите, даже варианта нам не оставили. Гады. По-другому их не назвать. Конечно, зря я Фрей взял. Надо было кого-то другого сюда взять. Ну, ладно. Так, отлично, выпускаем пока Анубиса. Надо было, конечно, опять же, и его дальше выпустить. Ошибку сделал. Ой, ну ладно, это тест все равно. Так, ну как обычно, шанс слива. Затащили. Вот так вот, то есть... как видите, можно бегать и таким вариантом против топов. Не понял. А, у меня все трупики. Я думаю, что за фигня. Надо будет, я вам хочу показать следующую битву гильдии уже со священным огнем Фрейл. Ой, говорю, священный огонь заговорился. С, как оно, выживание. Блин, вечно забываю эти таланты, их столько добавляют. Так, окей, поехали дальше, следующий топ. Вот сбоку, если Ронин, как видите, набивает нормально сбоку свыше 50%, есть, конечно, шансы. Учитывайте то, что у меня нету Дрейка. Я Дрейка не брал, там малыша Ника тоже на добивании нет. Все в основном делает Ронин. Так, ну что, попробуем тут, давайте на... Опять же, пробовать сюда и будем бежать. Интересная, кстати, расстановка у него. Не ломается забор? Убили, даже не успел добежать. Просто ужас какой-то. Так, пробуем через стрелка. У него, кстати, красный смотритель против Ронина очень хорошо заходит. Просто чудесно, я бы так сказал. Немножко, конечно, мы неудачно сейчас стали. Но вот эта вот картина, когда стрелок рядом и рядом Фрея,
Очень полезная, потому что они много бьют целей их, а урона мало наносится Ронин. То есть единственный вариант, что у нас тут сейчас может Фрейя стычки ушатать. Ну, что-то она как-то... Вот нули, кстати, вот только что было совпал кулдаун. Вот теперь не совпал. Маловато, маловато, 27%. Так, пробуем все-таки заагрить на стрелка. Не, не получится, наверное. Побежали мы немножко не туда. Не в ту степь. Ну, хоть Фрейю. Не, не вариант, видите. Убивают. Даже с уклонением вариантов не особо много. Блин, опять на Фрейю загрелись. Ну ладно, ждем. Пробуем такой вот вариант. Сейчас будет, кстати, отхил. Отлично. Без вариантов. Не знаю. Поехали, будем пробовать. Ну, конечно, тут опасно. Вот этот реально тип опасный будет для нас. Поехали, будем пробовать отсюда забегать. Ух ты, там прилетает ему, конечно. 198 тысяч отхил. Ну, это уже, конечно, получше. Это радует, но все же, смотрите, сливается. Очень много точности. Поехали другого топа попробуем. Попробуем этого. Ну, давайте этого попробуем. Тут нам тоже сейчас, скорее всего, скажут просто до свидания. Надо все-таки утекание ставить. Новый талант, конечно, кайфовый, но он не дает столько того отхила, сколько дает утекание. Конечно, он в некоторых ситуациях будет нас сейчас спасать, но... Это немножко не то. Ну и плюс нужно Феникса докачать. Не катит он. Он должен с плюшки выносить. Так. Ну что, пробуем отсюда забежать. Как видите, не так все просто. Даже тем же самым Ронином, если у вас не прокачанный питомец. Получили стан, получили молчанку. Вот там, по-моему, с ОЗ-шкой стоит Бигфут. Да, мы сливаемся на Бигфуте, он с ОЗ. Вот так вот. Вот такие вот пироги, ребят. Ну, пробуем по-другому. Что нам, пацанам? Теперь можно запускать Иронина в эту всю когорту. Скажем так, не страшно. И он сейчас, если он заагрится на Фрейю, то он ее быстренько убьет. Ну вот и все. Такс. Но тут нету огнекрыла. Вот что как бы меня спасло. Так, следующий топ. Тут уже у нас есть огнекрыл. Тут у нас есть Фрейя. Кого мы там дамажим?
Ворожея, да, ворожея слили, нового героя слили. Сейчас интересно, кто будет следующий. Вот, Некрос, отлично. Но сейчас, по идее, мы должны нормально себе площадку подготовить для того, чтобы... Так, нам чуть-чуть не хватило, чтобы добить. Ну, поехали. Остался у нас... По сути, осталась Фрейя, новый герой. Нового героя мы сейчас ушатали. Ну, посмотрим. Такой вариант. Конечно, Рунин немножко не туда побежал. Так, кто там Афинки? Ну, такой вариант тоже, как видите, вполне очень... Интересен. Главное, огнекрыл, чтобы сейчас нас не потушил. Ну, почти. Так, где отхил? Эй, отхил дай. Вот, наконец-то дал отхил. Так, ну красавчик, слил, молодец. Все. Отлично, поехали так. Сюда можно Бигфутика запустить. Кстати, это опасно я сделал. Ну, в принципе, нормально. Есть. В принципе, тоже такая же тактика, как и предыдущего убили. Некоторых героев посливали, опасных для Ронина, и без проблем затащили. Так, окей. Что там у нас по топам? Этого мы прошли. 413 осталось. 430. Этот следующий, да? Так, ну тут, конечно, интересно будет. Этого будет сложновато слить. Мы попробуем. Так, кто следующий? Следующая у нас Фрейя, к сожалению. Вот видите, тоже немножко неудобно, что Фрейю дамажит следующий. Ну, поехали, попробуем. Так, остался у нас ворожей Анубис, да? Так, не катит такой вариант. Так, пробуем опять. Видите, как-то проседает у него очень сильно, причем проседает. Поехали. Тут вот, кстати, можно очень налегке слиться. Герои стоят очень кучно. Так, ну и Ронин забежал не туда, куда надо. Сорок 7%. Вот такие вот пироги. Ладно. Опять, видите, Ронин загрелся, ворожай его ударил, он переагрелся.
на ворожея. Ну, попробуем. Не думаю, что мы тут сейчас много сможем набить, но... Даже Анубиса там не убили, ничего себе. Ну, кто не рискует, тот не пьет. Идем на риск. Не катит. Не катит. Так, ладно, давайте кого-то другого. В принципе, тут не обязательно нам набить сейчас топ. Я как бы к этому не стремлюсь. Мне интересно посмотреть максимальные возможности своего Ронина. И так уже полчаса бегаем, фигнёй страдаем. Так, кто у нас там стрелок? А, там и Фрейя есть даже. Ну, стрелок и Фрейя вместе, мне это очень нравится. Единственное, там бы ворожея еще вместе с ними. Вот сейчас могут нас подслить. 196 тысяч отхил. Ну, это радует. А вот это не радует. Не, не затащим здесь тоже. Так. Идем обратно на 413. 413 базы, ответьте. Так. Ну, поехали, блин. Будем пробовать забежать. Он как-то не там начал бить, совсем не там. Тут, кстати, у него есть тотем. Давайте вместо Фрейи поставим Атлантика. Тоже не виноват, что он дырочный. Правда, Атланта тут, наверное, сейчас вырубят. Не успел включиться. Просто красавчик. Люблю я такие расстановочки, ребят. Минус ворожей и практически минус стрелок. Жалко, еще огнекрыла не слили. Опять он побежал на этого огнекрыла. Ну сколько можно? Зачем тебе тут огнекрыл? Куча героев. Почти не ушатали вместе с этим. Знаю, что-то как-то маловато. Попробуем вот так вот сделать.
Не знаю, или, конечно, урона сейчас нам хватит, чтобы осилить Фрея. Ну, попытка, не пытка. У меня, конечно, отхила нет. И немножко они в разнобой пошли. Но пусть эти идут низом, наверх тогда побежит. Ну, даже так вот. Ой, неинтересно как-то. Так, есть. Что там у нас осталось? 3500, остался один, да? Попробовать Атланта запустить не получится у нас. А, вот опять дырка. Да что такое с вами, ребят? Сколько можно этих дырок? Вот у меня, кстати, Атлантик резнулся. Он сейчас, наверное, умрет. Вот посмотрите, какой офигенный шанс. Тридцать три процента, конечно, огнекрыл вражеский моего сейчас по-любому ушатает. И я сольюсь. Не? Ну, видите, практически. Я дерево просто выпустил. Так, ладно, давайте пройдем кого-то другого топа. Не хочу время затягивать. Их 20 ячей, по сути, ничего не решат. Так, что у нас тут? Тут у нас тоже куча. Не успевает, чуть-чуть не успевает. Атлантик. Ну, блин, столько. Дырочек у них. Это прям радует. Ну, такой вот вариант возможен прохождения. Остался у нас один Анубис. В принципе, тут Бигфут. В общем, как видите, дырочные и на Англи есть. То есть вариантов прохождения любого топа очень много. Что мы имеем? Ну, я поставил свой опять новый личный рекорд. Можно было, конечно, и больше, но сидеть заморачиваться надоело. Полчаса и так убили на тест. Что нам показал тест? Что все-таки Ронин имба именно с ожогом. Со всем остальным он пока не имба. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.